Всем привет, продолжаем играть в мод фотограф. Полковник Браун, пообщаемся. Получается, лейтенант Полищук шпион, и все его люди, которые находились на территории военной базы, тоже как бы были в курсе того, что происходит. А в лаборатории X-18 проводились испытания, и молодых солдат, дезертиров. Да из меня дипломат, как из дятла пулемет. Стуку много, а толку ноль. Превращали в убер-солдат, которых мы защищали военную базу. Полковник просит нас спуститься в лабораторию и привести профессора Плоймара. Но профессор должен отключить защиту лаборатории. Он выдает нам костюм. Без костюма нам туда войти не получится. Давайте пробовать. Пробуем спускаться, видим. Эй, эй, кто-нибудь! Помогите! Во дела! Ты кто такой? И что ты там делаешь? Кто здесь? Брат, если ты слышишь меня, помоги. Я в плен попал. Западни я сейчас. Если можешь, кинь мне ствол и пачку патронов. Кидать или не кидать? Вот в чем вопрос. Кинем. Почему не помочь? Тем более у нас две сайги. Беру свою вторую сайгу. У меня был перегруз. Вперед. Забыл чего, что ли? Продолжаем в X. Ну, совсем страх потеряли. Даже пароль не спрашивает. Меня принимают за своего. За курьера, который периодически выходили из X-18. Да, не забываем надевать костюм. Так как в лаборатории... Нужно отыскать профессора. Вот и он. Здравствуйте. Вы так быстро вернулись? Что-то случилось? Thank you.
мы предлагаем профессору условия полковника Брауна. Ну все, защитное поле я отключил и Баргал деактивировал. Теперь пойдемте наверх, к вашему командиру. Ну вот мы и наверху. Да, давно я не выходил на поверхность. Ну что же, пойдемте уже к полковнику. Что ж, возвращаемся обратно к полковнику. Профессор сказал, что про схему подземных переходов и вакцину будет говорить только с полковником. Он опасается. Ну вот так всегда. Как голову под пулю подставлять, так фотограф вперед. Как секреты обсуждать, так пошел нахрен. Приходит сообщение от полковника Брауна.
Профессор сказал, что схема перехода между лабораториями есть у предателя-ученого. Эта схема в цифровом формате, но чтобы найти переход в подземелье Агропрома, нужно отправиться на болото и расспросить об этом у майора Шпака. Туда отправимся. О, и этот бухает. Как у них все запущено. Мы на болотах, майор Шпак. Побеседуем. Здравия желаю, боец. Ты что тут забыл? Ты по делу или как? Майор просит притащить ящик водки. Я не буду этого делать. Мы просим указать дорогу в подземелье Агропрома. Взамен этого он требует 3 бутылки пива. У нас она, конечно же, есть. Совершенно случайно. Передаем ему, и он указывает на место перехода. Продолжаем в подземелье. Почистим слегка. Попробуем зайти в тайник стрелка. Так, нас выбрасывает. Продолжаем искать их.
Ну что, стихоплёт. Допрыгался искатель приключений. Я думаю, что это без сомнений. И жизнь твоя теперь в руках моих. Согласен? Да не дрожи, сейчас я не опасен. Напрасно ты полез в такие дебри, которые обходят даже черти. Теперь твоя судьба на волоске. Зверь морской, лежащий на песке. И воздух и глоток тебе так нужен. Ты обездвижен и слегка контужен. Узнал меня? Я думаю, узнал. Игру свою ты нынче проиграл. Шекспира я на медне вспомнил. Он там великое промолвил. Быть или не быть? Тебе скорее не быть. Ну к черту лирику. Сиди здесь тихо, пока я не решу судьбу твою. Эх, папарацци, залез в игру ты не свою. Ну я попал. Надо искать выход. Ну выберусь, точно убью гада. Ищем выход. Обобрал до нитки еще нас. Точно придется убивать. Получается. А вот и призрак, которому мы помогли. Эй, кто-нибудь, помогите! О, дела. Ты кто такой? И что ты там делаешь? Кто здесь? Брат, если ты слышишь меня, помоги. Я в плен попал. Западня я сейчас. Если можешь, кинь мне ствол и пачку патронов. Кидать или не кидать? Вот в чем вопрос. Возвращает наш ствол, только патронов маловато. Чё за шум, а? Те ж сказали тихо сидеть. Ща, ей-богу, пристрелю. Некогда нам с тобой тут возиться. Ля, вали, гадов! Кираж их поскорее! Так, надо найти его пистолет, или что это было? Это у нас с патронами совсем плохо. Надо было больше кидать. Так, где он? Где он? Без оружия нам там делать нечего. Давайте искать мародеров. Вот и патроны. Поднимемся туда, откуда нас перетянуло, в тайник стрелка. На второй уровень. Да, они здесь. Только на карте, как видите, не появляются, не отмечаются. А ну давай!
Так, забираем компьютер. Схема переходов. Деньги. Всю жизнь мечтал о винторезе. Пачка денег. И с помощью винтореза убиваем. Предателя ученого. Забираем вакцину для профессора. Возвращаем свои вещи. Вернулись к полковнику. Сообщаем о том, что удалось раздобыть ноутбук ученых и вакцину. На сегодня, я думаю, все. Увидимся в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока.